Any issues with ammunition for Wagner? In the 7-minute audio recording, it is clear that there is serious tension between the defense ministry and Wagner. Prigozhin is increasingly isolated and increasingly pissed off. In addition, many sources say that Yevgeny Prigozhin himself leaked the audio recording. Спасибо Жене Поддубному за то, что он поднял тему боеприпасов на тот уровень, на котором его должны услышать. Поднял ее не понаслышке, а сам лезет в пекло, сам видит ситуацию, и поэтому для него это понятно и находится на острие всех проблем, которые сегодня у нас есть. Как говорится, говно кипит, кровь бурлит, но вопросы, которые я задавал по боеприпасам, к сожалению, остаются абсолютно нерешенные. И это серьезнейшая проблема.